Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас пятница. Давайте вспомним, что у нас было на этой неделе. В понедельник мы с вами работали с мячами, поэтому первая станция, которая сегодня будет, мы будем работать ударами об пол и бросок. Чередование. Удар об пол и бросок и поймать. Это первая станция. Переходим к следующей станции. Это был вторник. Мы разрабатывали с вами свод стопы. Станция пласти-степ. Здесь на скорость нужно будет быстро правой и левой ногой перенести камушки от одной тарелочки в другую. Следующая станция у нас была среда. В среду мы с вами учились быть самыми сильными. Strong time. Мы проверяли мышцы спины и пресса. Для этого нам нужны были наши книжки, ну, либо компьютеры. И мы вспоминаем, что мы катались с вами, не отрывая рук и ног от пола, как лодочки, перекатываясь от живота на спину. Перекатываемся туда и обратно. Станция «Колбаска». И последняя у нас станция, это четверг, мы использовали вот такие веселые мячи, фитболы. Для этого мы ложимся с вами на спину, упражнение на пресс, и перекладываем наш фитбол. И от ног до рук. Внимание, обязательно нужно отрывать лопатки от пола. И снова передаем. Я думаю, что мы с этим справимся и попробуем объединить каждую станцию. Мы попробуем использовать наш секундомер, либо секундную стрелочку на часах. И все вместе устроим мини-соревнование. За 30 секунд каждый из нас, из моих участников, помощников, будет исполнять свое задание. Потом, после 10-секундной паузы, мы меняемся станциями. И так все-все-все станции должен пройти каждый участник. Дома вы можете построить себе максимум станций и проходить каждую станцию через 30 секунд. Посмотрим, надолго ли вас хватит. Итак, давайте мы с вами попробуем. И Леня у нас оказался на станции дискобол. 5 ударов об пол и 5 бросков нужно успеть, не останавливаясь, без пауз, за 30 секунд. Как можно больше ударов и больше бросков. У Лизы у нас станция пласти-степ. Нужно успеть за 30 секунд все-все-все камушки перенести с одной тарелочки на другую. Справишься? И следующая станция у нас колбаска. Ну-ка, Артем, ты уже готов? Точно. Молодец. Вспоминаем, что у нас локти и колени не касаются пола. И перекатываемся со спины на бок. Следующая станция, Лиза, тоже исходное положение лежа на спине. Мы перекладываем нашу подушку с ног в руки. Да? Тоже так же 30 секунд, не прерывая это задание. И пока мы будем переходить, меняться со станции на станцию, это будет время на передышку 10 секунд. Ребята уже готовы. Мой секундомер тоже готов. Ну, начинаем. Итак, на старт. Внимание, поехали. 30 секунд пошло. Вы должны работать активно, ускоряя темп. Артем, ноги вместе, колени вместе, локти не опускаем. Осталось 15 секунд. Быстрее, 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 быстрее. Удары об пол и быстрее. Активнее, активнее, активнее. Хорошо, отлично, Лиза справляется. И последние 5, 4... 3, 2, 1, стоп! Итак, с первой станции мы справились. Сейчас у нас с вами время на то, чтобы мы поменялись местами, перешли по кругу на следующую станцию и приготовились в исходное положение на следующее задание. Мы помним, что мы должны сейчас сделать? Да? Станция дискобол, пласти-степ, стронг тайм и фитбол. Начинаем, ребята? На старт, внимание, 30 секунд, поехали! По одному, Леня, по одному камушку, по одному, по одному, по одному, по одному. Дома вы можете точно так же устраивать соревнования и с родителями, и с бабушками, и с дедушками, и, может быть, даже с кошками. Правда, возможно, они это не поймут. Итак, осталось 10 секунд. Лиза, быстрее, ускоряй, ускоряй, ускоряй. Старайтесь не жалеть себя. Итак, 5, 4, передавай в руки. И 3, 2, 1. Молодцы. Хорошо, меняемся. Наша команда поменялась. Я думаю, вы тоже перешли на следующую станцию. Итак, на старт. Внимание, поехали. Передаем обязательно внимание. Поднимаем лопатки. Так плотно-плотно придерживаем наш фитбол. Отлично. Леня, держи ноги вместе.
Хорошо, осталось 15 секунд. Лиза, быстрее, ты не успеваешь. Быстрее, 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 быстрее. Артем, ты можешь ускорять удары о пол. И выше поднимать мяч. Хорошо, выше. Отлично, 5 секунд. 4, 3, 2, стоп. Ну а мы с вами прошли все 4 станции, а дома вы можете устраивать себе и 8, и 10 станций, и устраивать соревнования. Ну, а мы подводим итоги. Конец недели, пятница наша закончилась. Я уверена, что с нашей разминкой вы поднимали себе настроение всю неделю. И мы ждем вас в следующий раз снова. Я уверена, что с разминкой вы всегда будете самыми сильными, здоровыми и счастливыми, веселыми, ребята. Разминка – это здорово!